Сегодня мы с вами успешно штурмуем политические, профессиональные, творческие, спортивные вершины и по-прежнему считаем материнство своим главным предназначением. Отдельное спасибо хочется сказать всем женщинам, кто вместе с кровными воспитывает приемных детей. Пока ваши сердца будут такими же щедрыми, будет жить этот мир. С праздником, дорогие мамы! Здоровья и счастья нашим детям!